Теремок ТВ представляет. Привет, малыш! Я умная луковка. И сегодня я буду учить тебя различать цвета. На этот раз я покажу тебе белый цвет. Вот, смотри! Это белый цвет. Давай почитаем книжку и узнаем, что бывает белого цвета. Смотри, это же самолет! Он большой и белый. Самолет пролетает мимо пушистых облаков. Они тоже белые. А еще самолет оставляет за собой белый след. Ух ты! Какая красота! Это зимний лес. И все вокруг покрыто белым пушистым снегом. О, посмотри-ка! А чьи это следы на снегу? Ух ты! Это же зайчик! Ты, конечно, заметил, что у зайчика белая шубка. Молодец! О, это же корова! У нее белые пятнышки. Корова дает молоко. Оно тоже белое. А из молока делают белую сметану и белый творог. Ну-ка, посмотри внимательно. Что здесь еще белое? Правильно, это белый сахар. А еще? Да, у ромашек белые лепестки. А теперь давай порисуем, малыш. В альбоме для рисования каждая страница белая. Поэтому, чтобы нарисовать что-нибудь белое, достаточно просто провести контур и не раскрашивать. Нарисуй три круга разного размера, один на другом. Вот так. А теперь добавь ручки, глазки и носик. Получился белый снеговик. Это совсем просто. Попробуй сам. Удачи, малыш! Пока-пока!